Позволь мне, Иисус, с Тобой на гору подняться, когда Ты идешь, чтоб с Небесным Отцом пообщаться, где Ты, позабыв об усталости, хочешь склониться, под ночи покровом молиться, молиться, молиться. Позволь мне услышать, как Бога Творца прославляешь, позволь мне увидеть, как голосу неба внимаешь, и руки воздевши, как царь и священник стоишь, и как на лице своем с плачем лежишь. Позволь мне увидеть, как лик твой небесный сияет, как утро лучом тебя первым так нежно ласкает, как ты, укрепившись в общении, сладком с Отцом спускаешься вновь в мир греховный, окутанный сном. Позволь мне с тобою пойти и все это увидеть, и больше того, что могла я когда-то предвидеть. Но не для того, чтоб об этом роман написать, и не для того, чтоб об этом красиво сказать, а лишь для того, чтоб и мне научиться молиться, чтоб на гору подняться и там перед Богом склоняться, чтоб оставить внизу мир греховный, окутанный сном, чтоб подняться над всем, что может, что лежит под проклятием и злом, чтоб умело, достойно Спасителя Господа славить, чтоб взор моей веры могла к небесам я направить, чтоб руки устало в молитве не опустились, чтоб на истину Божью глаза не закрылись, чтоб присутствие Господа в сердце моем отразилось, чтоб мир, Его слава, любовь в моем зоре светилась, чтоб как Он я умела любить, сострадать и прощать, перевязывать раны погибших, к спасению звать. Для того я хочу к Иисусу на гору подняться, рядом встать на колени и с Господом также общаться, и спустившись опять, жизнь победы с Иисусом вести, и тогда я сумею до цели дойти. Слава Богу!